Как отжиматься больше всех? Что делать, если ты можешь отжаться 30, а хочешь 50? Или можешь 50, а хочешь 100? Это канал SJ Body. Меня зовут Спартак, мне 41 год. Я фитнес-тренер из Симферополя. И сейчас я расскажу тебе, что нужно делать. Не забудь подписаться, потому что в следующем видео я покажу, как я отжимаюсь 100 раз за один подход. Итак, первое. Определи, что у тебя сильнее, грудные мышцы или трицепс. Лично у меня сильнее трицепс, поэтому мне удобнее отжиматься узким хватом. Второе. Тренируй планку. Вот такой упор лежа. Чем дольше ты простоишь, тем больше ты сможешь отжаться. 5 минут. Ну и третье. Делай все максимально быстро, потому что чем дольше ты отжимаешься, тем больше ты устанешь. Делай качественно, но быстро. Итак, выбери, что у тебя сильнее. Делай все быстро, дольше стой в планке, отжимайся раз в 2-3 дня на максимум, и вскоре твое количество отжиманий будет зашкаливать.